Итак, сегодня у нас в мисках носогуб, рубец бараний, трахея говяжья, семенники говяжьи, и чуть-чуть огурчика. Вот такие мисочки, лягушки тоже. Все мои тюлешики уже в ожидании ужина. Готовы? Можно. Денис, водички надо налить. Старший выпили в лёду. Что ты там? С ума сходишь уже, да? Господи, что это моё? Нельзя. Ай! Какой же ты, а? Ай! Можно. Вот это начало. Сейчас маленький иду. Сейчас иду. Можно. Да, трахеи придется пожевать.